деньги каждый месяц, как зарплату, не хватает, как заставить себя пойти работать, если ему финансы нужны. Может быть, и не нужно. Если вы гарантированно обеспечены, если в случае развода, в случае его смерти у вас там остается, то не обязательно никуда ходить. Не все должны ходить куда-то. Не хочется и не надо. Самое главное, чтобы вы были защищены, чтобы не было такого, ой, и подумать не могла, мы так любили друг друга. Каждый развод позорный начинается ее словами. Я и подумать не могла, и представить не могла. Зачем работать? Нужно ждать его смерти лучше, да? Всем здорово, ребята, Саныч на связи. У меня к ним даже претензий нету, ребята. Я знаю, кто они такие. Я знаю, кто они, я знаю, чего от них ждать. Вот, я знаю, на что они способны. У меня вопрос к товарищам нашим парнокопытным. Вам открыто, не стесняясь, не боясь ничего, говорят, что мы ждем, пока ты, блядь, сдохнешь, да, чтобы там я был обеспечен, там наследство, там имущество, короче, там денежки остались там и так далее. И вы что, вот реально после вот, это же все в открытом доступе, это же не в закрытых каналах какие-то, вот, пожалуйста, смотри, образовывайся. И вы после этого верите, что с ними можно семьи построить? Что, серьезно, что ли? Напишите в комментариях, а?